Привет! Продолжаю вас знакомить со своими сортами винограда и формами. Виноград «Надежда ранняя». Она у меня третий год. Созрела одна из первых, буквально уже к середине августа. Она в условиях Минской области уже была съедаема, но я ее держал до победного конца, потому что мне было интересно понять ее вкус. Вкус как таковой не появился, но сахарок хороший, держит. Из всех она самая сладкая, потому что в этом году что-то сахар, в 21 году сахар нигде не хотел набираться. Поэтому вот для меня это такая новиночка. Первый раз ее попробовал, мне очень понравилось. Треска нет, многие сорта, например, дубовский розовый, очень треснул весь в хлам. Здесь я такого не наблюдал. Так что это я уже тут немножко дегустировал, обскоблил все. Сеточки снял, все было в сеточках. Треска нет, болезни на ней нет. Листик чистый на конец августа, 29 числа. Побеги довольно мощные идут. Ну вот лист чистый, все прочеканено. Вот такое оно. Так оно выглядит. В следующем году я уже буду его загружать. У меня уже появились несколько побегов, из которых буду формировать рукава. Мякоть у нее окрашенная, довольно тверденькая. Вообще интересная ягодка. Окрас ягоды. Ой. Окрас семечки идет. Не коричневый еще, но уже темноватенькая. И вот такая мякоть. Такая пружинистая даже, я бы сказал, немножко мармеладная. Так что пишите в комментариях, как у вас «Надежда ранняя» идет в ваших условиях. Есть ли на нее жалобы, потому что сорт как-то не очень популярный, не на слуху. Хотелось бы знать ваше мнение. Все, всем удачи, пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, ну и все как обычно.